Командная игра на отлично. Воспитанники Одинцовской спортшколы одержали победу на первенстве Московской области по волейболу среди юношей. Наши спортсмены сумели стать лучшими среди 11 команд-участниц. У нас основные соревнования – это первенство Московской области. Мы выступаем тремя возрастами нашей спортивной школы мальчиками. 2006 годом, 2007 и 2008. А финальный этап закончился по 2006 году. Мы выиграли, первое место заняли. Сейчас готовимся к финальному этапу 2007 года. Физическая подготовка, тренировки 5 раз в неделю и игровой день. Юные спортсмены настроены только на победу, поэтому проводят много времени в зале, оттачивая удары, подачи и приемы. Точность, сила и скорость реакции – важные качества для волейболиста, уверены ребята. Поддерживаю команду, когда на играх мы расслабляемся, то есть надо поддерживать свою команду, чтобы как-то на напряженный момент, когда есть, надо собрать команду, чтобы начали хорошо играть. Мне нравится играть за сборную, потому что у меня есть свои кумиры, которыми я восхищаюсь. Я хочу быть просто как они. Мне очень нравится этот вид спорта. Наши волейболисты показали себя достойно на областных соревнованиях. Следующим шагом будет финал первенства России, который пройдет в Анапе с 20 по 30 марта. Ребята уже приступили к подготовке. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».